Час копаний и сделали дорогу, вытянули этот. И чтоб кто ни говорил, немцы местные помогли нам, спасибо им, дали все. Спасибо Ансбергу, блядь, службе, которая забила хер, мы звонили. Теперь вот пытаюсь я выехать, голландцу помог. Теперь сам мучаюсь. Вот так вот, помогай. Вот махает мне немец. А я еще и пустой. На аварийном пытаюсь подняться. Вот что значит автомат, блядь. Ебалось бы оно в дышку. Тут мне что не рассказывал, на механике тут бы ушел бы только так. Все, поднялся, слава богу. Еду на загрузку. Иду на всех парах, потому что съемка не идет, но подъем все идет и идет. Вот то его сколько его разогнал, петуха, столько он и летит вот здесь, все, и пошел, буксует. О, выходим практически уже напрямую. Вот вам, блядь, ваши автоматы ебучие. Иду на блокировки, нахуй. Капец полный. О, это хорошо, блядь, атлетики взял. И дальше идет продъем, но не показывает толком. Губы соленые, блядь. Два мешка ударили туда с голландцем этого соли. Короче, вот такие вот идут будни. Вот, теперь пошел спуск, я поднялся. Он длинный такой. Вот мне надо будет здесь погруженному сейчас через полчаса подниматься. И вот ваши нахуй коммунальные, Европа, блядь, которая хуй чистит, блядь, хуй чем нахуй засыпает и так далее. Петушары. Так и никто за 2 часа, как мы рыли, никто и не приехал. Полиция проехала, посмотрела и уехала. Даже не остановились, блядь. Ни соли не привезли, ни хера. И вот я знаю, что я здесь просто не подымусь сейчас. Вот. Вот и все. Вот он самый, блядь, поворотик, который мне надо будет преодолеть. Самый большой такой. А так, в принципе, хуйня.